Великая победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу. Из приказа по Тульскому оружейному заводу от 7 марта 1943 года. Воодушевленные приказом товарища Сталина о 25-й годовщине Красной Армии и успехами разгрома врага на фронтах, женщины Стахановки нашего завода с великим патриотизмом борются на трудовом фронте за поднятие максимальной производительности, за увеличение выпуска военной продукции для нашей доблестной Красной Армии. Они отдают все свои силы и знания великой борьбе с заклятым врагом человечества – кровавым фашизмом. Директор завода Агафонов. До победы оставалось 794 дня.